Площі виноградників у нашій області складають близько 6 тисяч гектарів. Для порівняння, на сусідній Одещині майже в 10-ро більше – понад 50 тисяч гектарів. Проблеми та перспективи виноградарства на Миколаївщині обговорили учасники науково-практичного семінару, що зібрав представників малого та середнього аграрного бізнесу і науковців. Мы все живем на юге Украины, а юг Украины – это почва, природа и климат для выращивания винограда очень хорошего качества. Надо этим заниматься. Заниматься как и столовым виноградарством, так и техническим виноградарством, потому что на столовый виноград тоже очень хорошего качества получается, очень много сортов есть, и также технический виноград, получается качество вина очень хорошее, потому что у нас такая зона. Выращиваю столовые сорта винограда. 8 сортов, белые, розовые, черные ранее. Так как мы живем на юге Украины, он получается раньше и используется для рынка, потому что у нас продукция ранее получается. И также выращиваю сорта столового винограда, потому что имея виноградники, не имея саженцев, это большая проблема сейчас на Украине. Многие хотят выращивать виноград, но не знают, где взять саженцы. Саженцы есть у нас хорошие сорта, мы эти сорта размножаем, делаем из них саженцы и потом продаем, кому они нужны. Організував захід благодійний фонд «ЛАСКА», який є партнером українського проєкту бізнес-розвитку плодовочівництва, що реалізується в південних областях України за кошти уряду Канади і деяких місцевих компаній. Должны существовать такие заходы, как сегодня, и существовать и объединения, такие, как есть сегодня, с Канадой, с другими, допустим, странами. И чтобы мы все объединялись, получали информацию и потом в целом использовать информацию для выращивания винограда и также для технологий его выращивания, потому что, имея такие вот совещания, как сегодня, мы имеем эту информацию. Это мероприятие очень полезное для нас всех, для производителей винограда. Значит, я не помню, чтобы когда-нибудь собиралось столько виноградарей. Может быть, это очень нам поможет и воспроизведет виноградник в Николаеве не хуже, чем в Херсоне. Херсон, весь оптовый рынок забит херсонским виноградом. Это немножко как бы нас ущемляет. Конечно, там немножко условия лучше, но земли у нас не меньше, и рабочих сил не меньше, и желаний не меньше. Просто, может быть, надо организовать знания. Вот мы здесь собираемся. Это очень хорошо. Радуется прямо сердце, что столько людей сегодня собралось. А в чем у Херсона лучшие условия? В Херсоне, в области условия, может быть, для виноградников, конечно, может быть, немножко лучше, там больше песчаная земля, и люди там просто, раньше там не было столько промышленности, не было заводов, поэтому там люди жили за счет земли, и сейчас живут там за счет земли, поэтому там люди имеют... по 5 гектаров, по 3 гектара, кто на что гораст. И весь виноградник реализовывают в Николаеве. Николаев раньше еще возили там в Крым, сейчас перекрыто там возили на базы отдыха везде. Сейчас оно в основном весь Николаев, немножко как бы обидно. Поэтому будем с ними соревноваться и, может быть, что-то получится. Основними спікерами стали представники Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства» імені Василя Егоровича Таїрова, котрі презентували розроблену ними на прохання Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації регіональну програму розвитку виноградарства і виноробства у нашій області на термін до 2025 року. Почнемо з актуальності. Якщо у нас середньорічне за останні роки виробництво винограду склало десь близько 56 тисяч тонн, цього явно недостатньо для забезпечення сировиною наші провідні підприємства, такі як Пад Коблева, ТОВ Миколаївський коньячний завод, ТОВ Сандора, ТОВ Винагра. І основне стримуючи фактор – це те, що у нас недостатньо площ для збільшення виноградників. І от в рамках цього проєкту, який розрахований на малий і середній сільхозтоваровиробників, можливість є той резерв для збільшення площ виноградних насаджень за рахунок. Тому ми думаємо, що десь якісь ці подвижки будуть цьому напрямку. Тому що краще все ж таки, якщо приміщення промисловості, наші основні товаровиробники працюють з власної сировини. Це і розвиток нашої області, і розвиток малих підприємств. Тематика сегодняшнего семинара – современное виноградарство 2016. Почему именно такая тема наших докладов? Потому что виноградарство является традиционной отраслью для юга Украины. Виноградарство дает югу Украины, всегда давало массу рабочих мест и неплохой внос в бюджет. Внесению в бюджет. В настоящее время, конечно, эта отрасль немного притормозилась, находится в сложной ситуации, как и другие наши отрасли национального хозяйства. Но мы, как национальный центр, стараемся наметить перспективу развития этой отрасли, возродить ее, стабилизировать. Вот для этого мы разработали региональные программы развития виноградарства и виноделия для всех виноградарских областей. Это Одесская, Николаевская, Херсонская, Закарпатської, Запорізької області. Це може стати особливо корисним, враховуючи загально несприятливі для аграріїв умови в Україні. Во-первых, отсутствие кредитов, таких приемлемых для производителя. Налоговое бремя непосильное для мелких, особенно и средних производителей. Высокая стоимость ресурсов, энергетических в основном. Вот это тормозит развития виноградарства и виноделия. Дело в том, что это очень высокозатратная отрасль, и надо очень много вложить на первом этапе, и не все могут это осилить. Поэтому нужна помощь государства. До 2014 года была у нас программа в Министерстве поддержки виноградарей и виноделов, которую отменили в 2014 году. Когда эта поддержка была, тогда был явно виден прогресс в закладках новых насаждений, в развитии производства саженцев. Сейчас все это замерло, к сожалению. Дійсно, існує проблема останні роки відсутня державна підтримка. У нас, наприклад, на сьогодні кредиторська заборгованість на відновлення багаторічних насаджень складає більше 12 мільйонів гривень. В наступному бюджеті, в проєкті бюджету, передбачена державна підтримка. Але, як ви розумієте, у проєкті бюджету це ще не те, що приймуть на самому, в кінечному варіанті. Тому маємо надію, що така підтримка держави буде. Тому що, ви розумієте, виноградні насадження, якщо ми будемо про багаторічні говорити, виноградні насадження, вони не одразу плодоносять, певен якийсь час. Тому для господарств, які будуть ці насадження молоді, це є певне накладно десь. Тому що вони прибуток не одразу отримують, як, наприклад, вирощування тих же зернових. Фінансово-кредитна підтримка для виноградарства особливо важлива, адже ця справа не лише вимагає значних капіталовкладень, але й не одразу дозволяє отримати прибуток. Лише у виняткових випадках, наприклад, за умови додаткового підживлення ґрунту і лози, можна отримати гідний врожай на другий рік. Здебільшого потрібно більше часу, і тоді результат буде відчутний. Чтобы все понимали, 1 гектар ствола винограда заменяет 15 гектар, а то и 20 гектар пашни зерновых. То есть, имея меньшее количество земли, ты получаешь на меньшее количество земли такую же самую прибыль, как имеешь, допустим, очень большое количество земли, которое нужно рабочих накормить, нужно иметь технику, но это все можно получать на меньшем объеме земли. Потому что, еще раз повторяю, 1 гектар винограда заменяет 15-20 гектар пашни. Если использовать все нормально, всю технологию, все делать, получать качественную продукцию, получать в большом объеме хорошей продукции, тогда все будет прибыльно и рентабельно. А вирішенню нагальних проблем виноградарів Миколаївщини могло б посприяти їх об'єднання в єдину фахову структуру. Це дуже серйозний вопрос. Об'єднання, може бути, прийдеться об'єднатися в клуб. Может быть, кто-то захочет в кооперативы объединиться. Это очень важный вопрос. В клубе, допустим, мы бы чаще собирались, решали какие-то вопросы, допустим, вопросы поездок на другие районы, допустим, в Запорожье. Там очень много виноградарей, очень много селекционеров. Это большая польза была. Мы бы наочно увидели, как люди занимаются этим делом. У них там очень большие показатели. Они там на маленьких участках добиваются больших результатов. В основном нас интересует что-то все новое. Вот, и поэтому то, что производится вот в последнее время, потому что рынок этого требует красивую ягоду, требует мускатную ягоду, очень раннюю, и даже раннюю, позднюю, но рынок должен быть обеспечен виноградом стабильным, долгое, продолжительное время. Поэтому ягода должна быть и средняя, и ранняя, и сверхранняя, и поздняя, и зимой, которая хранится долго. Цена, если будет чем качественная ягода, тем она будет легче продаваться. У Миколаєві відбувся міжнародний семінар за результатами досліджень зовнішнього та національного ринків серед виробників плодовочевої продукції. Організатор заходу – регіональна торгово-промислова палата у Миколаївській області. Мета семінару – представити підприємствам результати вивчення ринкових можливостей плодовочевого сектору. З подробицями Анна Бадіна. Семінар є частиною проєкту Міжнародного торгового центру «Україна. Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодово-овочевого сектору на зовнішні ринки і включення їх в ланцюжки доданої вартості». Реалізується за сприяння посольства Швейцарії. Международный торговый центр – это агентство в системе ООН, которое финансируется 50% из ООН, 50% из ВТО. Это единственное агентство в структуре ООН, которое занимается непосредственно развитием торговли. Кінцева мета першого етапу проєкту – аналіз внутрішнього ринку. Наш проект является проектом технической помощи, проект содействия. Мы не являемся организацией, когда что-либо покупает или продает. Мы поможем найти вот эти точки соприкосновения, а дальше уже работа будет идти за нашими производителями. Для виходу на експортні ринки українським сільгоспвиробникам заважає низка проблем – брак знань щодо вимог ринку та стандартизації, відсутність інформації щодо квот та обмежень. Для покращення ситуації триває дослідження серед фермерів та виробників південних регіонів України. Очень важно, чтобы наши коллеги, наши сельхозпроизводители были более открыты к сотрудничеству с международными организациями, такими как АТСИ, например. До програми семінару увійшли презентації результатів досліджень, дискусії та тренінги.